Скажу вам честно, самый простой и легкий способ не пересушить горбушу при запекании, это залить ее предварительно сливками. Так рыба получится не только сочной, но очень вкусной и нежной. Несомненно, горбуша рыбка очень вкусная и полезная, и у каждой хозяйки есть свои секреты ее приготовления. Я вот, например, никогда ее не жарю и не тушу, чаще запекаю горбушу в сливках в домашних условиях. Вообще здесь можно использовать не только сливки, но и другие молочные продукты, допустим, разбавленную сметану или даже молоко, в любом случае получится здорово. На мой взгляд, этот простой рецепт горбуши в сливках один из лучших способов сделать рубку сочной и невероятно нежной, обязательно его попробуйте. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Итак, удаляем из рыбы внутренности, отрезаем голову и хвост, убираем чешую, промываем горбушу под проточной водой, высушиваем при помощи бумажных салфеток и нарезаем ее на кусочки в 2 см шириной. Теперь выкладываем рыбу в кастрюльку или глубокую миску, посыпаем ее со всех сторон молотым перцем и солью, оставляем мариноваться на несколько часов. Промаринованную горбушу выкладываем в форму для запекания, сверху кладем обжаренные на растительном масле морковь и репчатый лук. Заливаем все обильно сливками и ставим форму в духовку, разогретую до 200 градусов на 30 минут. Подписавшимся, больше вкусностей. Через полчаса достаем форму, посыпаем рыбу тертым сыром и возвращаем ее в духовку еще на 10-15 минут, температуру при этом увеличиваем до 230 градусов. В итоге у нас получится невероятно вкусная горбуша под румяной сырной шапочкой. Приятного всем аппетита! Подписавшимся, больше вкусностей. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Горбуша 1,82 кг, сливки 10%, 300-350 мл, лук репчатый 1-2 штук, морковь 1-2 штук, сыр 100 грамм эдом, масло растительное по вкусу, перец черный молотый по вкусу, соль по вкусу, количество порций 7-9. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте, подписка — гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Следите за новыми видео на канале, и всем пока!